Большое спасибо за очередной донат T-Ramp с текстом «Так блюз звучит лучше», в общем, еще лучше. Early Studio Demo. Не знаю. Мне вот артефакты в барабанах там не очень нравятся. Как бы мне студийка вполне себе заходит. Есть. Куда-то надо кидать. Да, развивай внимательность. Ссылочки в описании прямо наверху есть. Толчок для творчества. Ну да. Я просто стараюсь и зарубом ее не называть, потому что это особо-то и не заруб, в принципе. Будка мне просто прикалывает слово. Будка. Звучит припев по-другому, но как-то, ну, мне на самом деле все-таки студийное больше нравится, хотя прикольное здесь решение другое. Страта записанным нравится больше трек. Бывает. Не Мухтар, но с будкой, да. Я один из немногих, как бы. То есть, понимаете, вот, ну, чтобы было обидно, мухтары заходят на мой канал, смотрят и видят, что у меня будка есть, а они как бы хоть и мухтары, но без будки. В этом и идея. Здесь прикольные вот эти гармонии, которых нет в студийке. Ты же снимал видос, как Крылья тирает жопу. Да, было дело. В оригинале припев был лучшим. Ну, он был другой, но он не был лучшим. Здесь тоже интересная идея, которой, к сожалению, не был. И это не оригинал, типа, в студийке. Как раз это может быть и оригинал, потому что это раньше появилось. По такой логике. Ну, то есть тут неправильно говорить оригинал, потому что это все оригинал, это Нирвана и то, и другое. Спасибо за донат в любом случае. Ну, я буду знать хотя бы такую другую интересную версию. Мое почтение.